Омские архитекторы представили, каким будет Омск в 2033 году. Предложения и рекомендации объединены в мастер-план города. Согласно нему, через 15 лет Омск превратится в настоящую утопию. Особое внимание к спальным районам. Архитекторы говорят, что там нужно создать культурные и досуговые места и сделать их такими, какими хотят жители. Также планируется построить пешеходный мост через Иртыш и новые дороги, которые решат проблему с пробками. Плюс ко всему, урбанисты предлагают запустить водный общественный транспорт и развивать наземный, создать разветвленную современную трамвайную сеть. А вот метрополитену в мастер-плане места не нашлось. Каждый из районов города должен быть оснащен городским подцентром, который бы предоставлял все те же услуги, которые сейчас на жителя Омска может получить только в центре города. Необходимо, чтобы каждый район мог предоставить эти услуги по месту жительства людей, и чтобы их район места жительства воспринимался ими как полноценный, как качественный, как тот район, в котором я живу и который я люблю.